Весело, вкусно и эстетично. Организаторы фестиваля «Орлов Фэшн» на территории парк-отеля «Орловский» постарались создать атмосферу загородной коктейльной вечеринки для самых взыскательных посетителей. Красивые люди и еще более привлекательные модели, которые продемонстрировали одежду российских дизайнеров. Российская мода сейчас на подъеме, на огромном подъеме. Много молодых дизайнеров, выпуск продукции увеличился в 2,6 раз за год. Ни одна отрасль народного хозяйства не показала такой бешеный всплеск производства и продаж. Это значит огромный потенциал у российских дизайнеров, стилистов, модельеров. Наконец-то мы можем достичь такого состояния, когда россияне будут носить российское и гордиться российскими брендами. Летняя одежда пестрила красками. Прослеживались вариации на тему цветочного сада. В этот день на сцене парк-отеля «Орловский» свои коллекции для взрослых и детей представили 10 отечественных дизайнеров. Для начинающей модели Марии Суницы из Павловского Посада гордость выступать на этой сцене. Девушка мечтает стать профессиональной манекенщицей. Говорит, демонстрировать такую красивую одежду – ее призвание. Процесс поднимает настроение. Наверное, все девочки хотят стать моделью, стать актрисами. Это очень интересно, это новые знакомства. Занимаюсь уже достаточно давно, с 8 лет. И также путешествуем по России и по зарубежью. Фестиваль «Орлов Фэшн» проходит третий год подряд. Каждый раз собирает все больше гостей. И это неудивительно. Людей привлекает возможность разнообразить свою жизнь и необычно провести досуг. Отдельного внимания заслуживает гастрономическая ярмарка, где можно было попробовать блюда разных стран мира. Рядом выставка продажа изделий ручной работы, мастер-классы по изготовлению цветочных композиций, танцы и игры. Супер, мы выиграли! Волка. Классно, мне очень нравится. У нас сейчас подготовка к показу. Тоже будем участвовать. Все супер. Спасибо. Вы на сцене сегодня? Да, на сцене в качестве модели. Все очень здорово, я всегда еще приеду. Очень понравилось. Цветочная тематика воплотилась и в виде объемных композиций, которые украшали фотозону. Ее создание – дело рук флористов из Барвихи, многолетних партнеров фестиваля. С радостью любим находиться на этом мероприятии. В качестве гостей и в качестве партнеров. Очень интересно, много людей, много приятных знакомств. Мне нравится. «Орлов Фэшн» завершился, но организаторы уже строят планы, каким будет праздник лета в следующем году. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».